Добрый день. Всем добрый день или доброго времени суток, как обычно принято говорить. Друзья, нахожусь я в Сакраменто. Сегодня у нас пятница, 4 мая. Всех я поздравляю с майскими праздниками. Скоро 9 мая. И приехали, в общем, мы вот сюда, вот в магазин. Жена хочет что-то купить. В общем, выехали мы ехать в кемп на природу, на озеро. На пару деньков. Сегодня у нас пятница. Мы сейчас вот едем и приедем мы. Дай бог, все хорошо будет в воскресенье. И заметил я вот здесь на парковочке вот такую вот тачку. Оцените, друзья. Вы только гляньте на ее колеса. Это, конечно, круто. Черненьким цветом он покрашенный. Видите, номера, все как полагается. Запаска. Один стоп сзади. Тормоза у него интересные. Да. Вот такая вот тачанка. И это у нас, друзья, Ford. Ford когда-то сделал вот такую тачку. Вот мужичок остановился, тоже фоткает. Потому что они очень редко встречаются именно вот так на парковке. Это что-то с чем-то. Вот это у нас Фордик. Вот здесь пишет Made in USA. Ну, конечно же, где же еще? Где же еще ее сделает? Ну-ка, интересно было бы знать, какого года. Интересно узнать. Are you the owner of this beauty? Yes. You are the owner? Yes. Oh, boy. 1925. Вот человек пришел. Huh? I'm doing a... This is for my friends in Russia. I have a YouTube channel. Oh, okay. And whenever I see something like this, I pick it. They don't have these kind of old stuff over not there. Not that old. So this is, you said 1925 год, друзья. It's a Ford. Ford. Да. Вот это вот у нас. This is the owner of the vehicle. Are you the original owner? No, my daddy was the original owner. Да. Его отец был оригинальным хозяином вот этой машины. This is a beauty. Yeah. В общем, друзья, я с дедушкой поговорил. И эта машина была его отца машина. На сегодняшний день эта машина имеет 80 тысяч пробег. Здесь вот даже ручка еще есть. Помните, как у нас на Жигулях у нас в этом панели? А, красавчик, а? Ну, красавчик. Вот это сигнал у него был такой. Все. Вот так вот, друзья. 1925 год. Уехал на наших глазах. Так, в общем, что? Выехали мы. Едем, ну, на английском это называется на кемп. Это мой трачок, вы же его знаете. Он мой работяга, неухоженный, нету времени, короче, на него. А это вот у нас называется RV трейлер.
То есть домик на колесиках, да, его взял, прицепил и поехал. В общем, вот в ней мы будем там спать. Там просто приезжаешь, там у них есть уже все хукапс, то есть канализацию куда пустить, там у них есть электричество, кондишн, все можно все включать, если сильно жарко будет. И вот так вот пару деньков мы будем. Летом хотелось бы почаще выезжать, но мы, может, раза два-три где-то выезжаем летом. Ну, столько получается, как бы, и работаем, и, в общем, вот такие вот у нас дела. Вот эту вот норвишку, этот трейлер я покупал здесь на аукционе. Я его привозил со штата Колорадо. Это мои... В общем, я его купил в штате Колорадо. Он 15-го года. 2015 год. Я его купил, я не знаю, года два, наверное, назад. Не знаю, точно не помню. В общем, он был, у него, чего его сдали на акшен. Страховая компания сдала его на акшен. У него был hail damage. Вот вы, если обратите внимание, на вот здесь, особенно вот именно передок, имеет вот такие вот точечки от града. То есть повреждения от града. Они, видимо, ехали по дороге и попали в град. То есть именно вот передочек вот так здесь имеет. Я даже ничего не менял, ничего. Вот как есть, я его просто привез домой и начал пользоваться. И вот здесь с левой стороны наверху такие маленькие точечки тоже есть. Здесь именно с этой стороны ужасно солнце светит, друзья. Я прошу прощения, если будет слабо видно. Но вот здесь наверху есть маленький такой дент. Это я еще у меня в другом доме. Я старался как бы его загнать ко мне во двор. Я там ветка была, да? И на ветке я сделал вот такое маленькое повреждение. Но вот, как вы видите, везде, со всех сторон он целенький, ничего, никаких это. И еще я поломал вот этот фонарик. Он у меня уже есть, но мне надо взять, вытащить. Там лампочка поломалась внутри, надо вытащить эту лампочку поломанную и поставить просто крышку сверху. Ну, вот так как-то еще руки не дошли. Так что такие дела. Будем ехать мы в кемп. Моя жена и старший сыночек, они взяли продукты. В общем, будем мы готовить плов. Купили мы вот такой вот большой рис. Это у нас называется Uncle Ben's компания Original. Этот рис, он как стеклышко. Именно для плова. А магазин, где мы находимся, называется Smart and Finals. Недалеко от нашего дома. И вот как раз по пути здесь мы уже это все вот купили. И сейчас уже трогаемся ехать. Туда нам ехать, ну, майлов в районе 50 где-то. Куда мы едем? В районе 50 миль. Все, приеду туда, там уже начну снимать. Что мы делаем, что готовим и тому подобное. Так вот, друзья, продолжается наш путь. Нам осталось в районе 25-30 миль. И хотел для вас чуть-чуть заснять. Это наша Калифорния. Country. Здесь фермеры, короче, в основном живут. Вот там справа фермы коров. Вот сзади вот этого дома, там ферма. Ферма для коров. Вот это вот тоже Америка, друзья. Вот. Так что? Как-то питаться нужно в ферме тоже. Кушать надо.
поле с левой стороны. Красиво у людей. Коровки, лошадка. Виноградники вот здесь справа. Калифорния вообще у нас. Именно вот это наша сторона, северная. Северная сторона, это как бы север, Northern California называется, Северная Калифорния. Очень здесь есть много хороших вин. Вот Няпа Вялый, те районы очень хорошие вина делают. Друзья, за все вот это время я уже понял, что вы хотите видеть, в основном многие из вас, я так понял, наверное, процентов 75-80% зрителей, которые смотрят видео мои, они хотят видеть буквально все. Так что я решил для себя, что я буду так по чуть-чуть снимать именно все, как живем, как работаем, как отдыхаем. В общем, все по чуть-чуть буду снимать, и я думаю, что будет что смотреть. Вот виноградники молодые справа. Молоденькие виноградники, может, пару лет. Так, в общем, вот, друзья, пока светло, заснимаю. Приехали, короче, вот здесь вот такие вот есть места. Видите, на каждую RV. Вот это вот мой. Вот это моя сестра с мужем, Юрка. Вот здесь вот. Потом там дальше еще будут двое наших, две парковки. Мой брат и еще одна моя сестра будет здесь с семьей тоже. Вот так вот это выглядит. Здесь очень большое озеро. Оно идет туда, это... Называется Команчи Лейк. В общем, сейчас мы все уже настроили, воду подцепили электричество. Здесь оно все есть. Здесь платишь за вот такую парковку. И можно рыбачить, можно вот. Вот так вот можно подцепить вот это вот. На каждую RV есть вот такая вот электричество. И водичка подцепляется сюда. Вот отсюда. Здесь это RV имеет и такую воду. Если, допустим, нету hookups, можно просто свои баки наполнить водой. Вот здесь fresh water. Сюда заливаешь. Там я не знаю, сколько галлонов, по-моему, 80 или 100 галлонов. Вот это вот City Water, это вот для шланга цеплять. А это свой провод, вот такой вот мощный для электричества. Так вот, все соседи здесь тоже на выходные уже запарковались. Все красиво, все четко. Вот так вот это все выглядит. Кто в палатках, кто... Эти вообще очень nice. All around. Здесь вот эти все, каждая это имеет отдельную свою барбекюшницу, вот такой. Здесь можно на этих, но мы обычно возим свои мангалы. Так что такие вот дела. Я уже посадил свой казан, любимый. Вот он у нас, казанчик, сейчас будем... Есть у меня желание на вечер приготовить жаркое, как раз все подъедут. И будем кушать мы жаркое, друзья, вместе с вами. Я приглашаю вас отдыхать с нами. Так что будем, как говорится, мучиться. Начинаем. Так, друзья, начинается процесс. Вот у нас есть вот такое вот масло подсолнечное. Видите, вот здесь вот
подсолнух. Наливаем где-то литр. Будем картошку жарить. Так, вот оно. Масло у нас накалилось, картошка идет в ход. Сейчас мы их так до золотистой корочки, и потом у нас пойдет мяско. Огонь максимум. Жарим. Так, все, вот такая вот у нас картошечка. Мы ее снимаем. Вот. Жарили, цвет красивый. Те, что побелее, можно чуть-чуть оставить еще, а вот эти вот уже готовые. Вот. Красота! На природе это как раз самое то. Вот так. Все, в следующем году у нас идет мяско. У нас в этот раз, друзья, баранина. Баранина микс. Сейчас половинку поджарю, потом сниму еще половинку. Вот так вот быстро. Мяско у нас и с косточками есть. И ляжка есть. Я взял микс. Все, мяско первая партия поджарилась. Вынимаем.
Просто туда не идите. То здесь масло очень горячее. Очень легко можно оспарить. Так, все, друзья, наша вторая зажарочка подходит к концу. Вот такой вот цвет. Смело можно снимать. Такая красота. Сейчас я поджарю чуть-чуть лучок. Половину поджарю, половину просто сверху накинем потом. Есть у нас вот такие вот зукини, на английском они называются у нас кабачки, кабачок. И есть еще синий баклажан, я их тоже чуть пожарю. С лучком. И пожарим еще чуть-чуть морковочки. Вот такими большими кусочками. И посмотрим, что с этого у нас получится. Друзья, я думаю, что по любасу будет вкусно. Пока идет зажарочка, наши овощи жарим. Здесь лучок, кабачок, морковочка и баклажан, синий баклажан. Не знаю, если я на русском правильно это говорю, но, по-моему, так это было. Ну, короче, вы поняли. Еще пару минут снимаем. Все, снимаем овощи. Красота.
еще у нас вот такие есть грибочки, друзья. Шампиньоны. Просто поджарим их чуть-чуть. Немного. Просто так, чтобы они приобрели золотистый цвет такой. Но именно жарим. Ну аромат здесь какой. Удивительный. Все, друзья, грибочки у нас как раз то, что я хотел, они вот такого вот золотистого цвета. Все снимаем и будем сливать мы старое вот это масло, нальем чуть-чуть масла снизу, и у нас начнется процесс тушения. Все, друзья, заливаем, заливаем чуть-чуть. Очень горячий, но что-то упало. Да, маленький жучок какой-то. Заливаем еще сейчас чуть-чуть. Это уже мы слили старое масло и заливаем немного. Так, снизу, чтобы было маслечко. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Здесь все жареное, да? Все, мы снизу сейчас кладем мяско. Это все у нас будет на очень-очень маленьком огне. It looks beautiful, babe. Mm-hmm. Looks awesome. And I am so hungry.
Вот такая у нас баранинка сегодня. Красивая. Все, сейчас у нас идет вход картошечка. Картошка у нас практически будет париться. Короче, у нас сразу заметно, что мы, ребята, мясо больше любим, чем картошки. Это, между прочим, девочки наши это. Вот столечко картошки, а снизу мяско, а как бы. Будет еще и овощи. Все очень удачно. Все очень удачно. Вот. Это баранина? Так. Баранина? Да, это баранинка. Сейчас у нас идет грибочки. Вот так. Друзья, поверьте мне, это будет сегодня. В своем репертуаре. Да, сегодня у нас будет о-ле-ле. Так, все, вот так. Вот так вот. Идем дальше. У нас еще продолжение следует. Вот это наши овощи. Их мы возьмем аккуратненько так. Вот так. Так. Я никогда так не пробовал их сначала поджарить, а потом еще тушить. То посмотрим, как будет. Люкс. Это в первый раз. Люкс. Да. Здесь люди говорят, что люкс. Главное, чтобы они... Я думаю, они могут перевариться, да? Но однозначно аромат этот, он весь будет в мясе. Вот так вот. Это на маленьком огне. И есть у нас вот такой вот целый перец, вот такой вот зеленый. Есть такой еще перец? Да, есть. Мы ее просто... Кто-то до нас что-то ходит. Змей. Так, мы уже все здесь посолили. Все, сейчас вот зира чуть-чуть. Вот так вот. И все, кладем перец обратно. А то мы забыли посолить, друзья. Бывает. Вот такая у нас будет красота, ляпота. Чесночок вот такой целый, серединку вот сюда. И помидорчики наши. Хочу добавить стакан воды. Вот такой бутылочки добавлю, чтобы было с чего свариться. Все, бутылочку как раз. Все, маленький огонь, закрываем крышку. Где эта большая крышка? И идем на рыбалку. Все? И через час где-то будет нам счастье, друзья. Ждем. Так, пока у нас жаркое наше, или жаркоп, готовится. На маленьком я чуть похожу, заснимаю, как мы здесь устраиваемся, устроились. Это здесь наш Юрка с Светой. Вот здесь Юрий Дмитриевич там что-то готовит тоже для шашлычка. Короче, сразу чувствуется, что майские праздники вокруг. Уже дымок пошел. Вот так вот выглядит.
Юрий Дмитриевич, он любит вот так вот свои это ходить. Сидим. Инесса Ивановна, конечно же, в своем репутусе. That's right. О, Галина Васильевна всегда с бутылкой. Типа с водой. Типа. Это Светлана Ивановна наша, это сестричка моя. Так, готовимся. Готовимся, друзья. Будем сегодня ужинать. Так вот, я для вас заснимаю, чтобы вы тоже смогли посмотреть на движняк, как это происходит. И вот это, что у нас творится здесь, тихонечко все парится. Вот так вот. Так. Пойдем посмотрим, что здесь. Уже Петрушка наш приехал. Вот здесь Галина Васильевна выходит. Угу, приветствую вас. Так, вот это мой. Вот это вот Петрушка приехал. И вот это мой брат. Олежек. Олег Иванович. Вот это мои племянницы любимые. Вот Петр Иванович. Я вас приветствую. Да, это Дианка Петровна. Что там? Все готово уже? Так, Петр Иванович у нас, между прочим, ребята, заядливый рыбак. Он уже все готовит. Все это, вот это у него все рыбацкое. Вот удочки уже готовит. В общем, мы сегодня идем на рыбалку или завтра? Сейчас Макс идет. Завтра. Завтра с утра пойдем, да? Да. Завтра с утречка пойдем. Так, вот это Петрушка Трачочек. Форд. А вот это наш Олег. Доджик. И его орвишка. У меня раньше вот примерно такой был тоже на фитбол. Если вы заметили, у него вот трейлер цепляется как на седло, да? Типа? Не типа, а седло. Просто чуть меньше размером. А мой, Петрушки и... Юрки цепляются на низу. Вот это low hitch. Вот такие вот. Вот такая разница. У меня и такой был, и сейчас вот такой low hitch. Low hitch мне лучше нравится. Как-то легче заезжать. Легче заезжать иногда бывает, когда мы едем в лес. И там заезд узкие деревья вокруг. И очень тяжко. Плотно как бы очень все. Олег Иванович. Здравствуйте. Как настрой? Это мой брат, вы уже знаете, видели его многие. Уже готовимся для деток, все как бы, все как полагается. Век живи, век учись, друзья. Народ тоже подтягивается. Уже я вижу все больше и больше народу. Я думаю, что сегодня вечером, завтра утром много кто подтянется. Но довольно-таки мест еще есть. Пустых тоже достаточно. Вот эти вот все, как вы поняли, уже все пустые места еще пока. Может быть, кто-то их уже взял, как бы, но сами еще не появились. Но здесь очень много, как бы, вот этих вот паркингов. Уже у нас вечереет, 7:45 вечера, 4 мая, друзья. Температура здесь по Цельсию 25 на данный момент. Это есть хорошо. Какая приятная погода, климат приятный. Правда, какие-то маленькие такие жуки. Это не комары, если видно. Это не комары, они или с воды. И из-за того, что вода близкая, ну, короче, непонятно каких. Все. Друзья, хотел вам это самое, парадокс здесь у нас вот такой получается. У нас американские дети, да, получаются, да? Американские дети русскоговорящих родителей. И, в общем,
Вот у нас есть блюдо, допустим, вот такое, да, что, допустим, в Советском Союзе все, наверное, предпочитали то. А у нас есть дети, которые, они хотят, вот это у нас настоящий бургер. Вот Юрий Дмитриевич здесь уже начинает это все готовить. Вот это бургер Paris. Стейк. Энгус. Вот они продаются вот в таких, видите, здесь сирлон биф. Вот таких они продаются bags. И просто берешь, кидаешь на грил. Это чисто американская тема. Очень вкусно, между прочим, если не пережарить, очень juicy nice получается. Для этого нам нужно иметь лучок. Кто хочет готовить бургер, я сейчас вам буду показывать, друзья. Вы, может, вам понравится. Короче, лучок обязательно нужен, чиз. Чиз — это у нас сыр. Вот такие вот pickles, то есть соленые огурцы, да? Кетчуп нужен, майонез нужен. Вот это у нас мастард, но как он называется? Горчица. Короче, горчица, желтая. Да, желтая. Моя жена говорит, и Инесса Ивановна подсказывает. Это у нас здесь все, между прочим, люди, которые любят хорошо. Не то, что вы подумали. Готовить. Они уже подумали, что любят хорошо покушать. Я имел в виду готовить. Так, вот это еще одна Андреевна здесь. Что вы несете? Food, more food. Сколько можно готовить здесь? Так что такие вот дела. Вот бургеры у нас в процессе. А, Юрка? Ну да. Еще чуть-чуть. И будем иметь счастье. Так, друзья, лампа Ильича у нас вот так вот висит на ветке. Это чтобы видно было, как у нас идет процесс с нашими бургерами. Молодежь хочет бургеры. Ну что ж, сделаем для них бургеры. Любой каприз. Да, Юрий Дмитриевич говорит, что с этим проблем нет. Так что... А молодежь, вы как сами понимаете, вот она, наша молодежь. И... Вот Галина Васильевна готовит для них. Вот так вот это все начинаем мы готовить. Yes. Вот это вот зелень. So cheese so far everybody? Yeah, I think yes. Лучок. Соленая, соленый огурчик. И вот так вот выглядит бургер внутри для наших деток. Они хотят бургер. Дочь! Ты так некрасиво делаешь, дочь. Вот хлеб упал. Джессика. Ну, поменяй этот хлеб. На, Джессика. Скажи что маме, что ты уронила. Уронила? Да, она уронила. Только верхнюю часть. Great. Yes. I don't like. Идет процесс приготовления бургера. Вот наша молодежь. Так, где Давид Александрович здесь? Вот он. Он приехал с рейса. Знаете, мужик поработал. Вот это вот здесь Евгений Юрьевич. Привет, Жень. Привет, Женька. А это Джеймс. Это начальник. Давиде, как тебе? Пицца. Как тебе? Вкусненько? Бургер? Идет, да? Вот это наши девочки. Это Алиска. Видите? Джеймс, это ты там так тихонечко баксы открываешь? А это Анжелинка. Вкусно? Да, видите, говорят, что очень вкусно. Вот это все, что детям надо, друзья. Для полного счастья. А взрослые ждут вот это вот. Мы добавили огня чуть-чуть, чтобы быстрее приготовилось, так как, блин, сколько здесь это соку овощи придали. Помните, мы бутылочку только налили? А там намного больше, чем бутылочка. Тащим. Да. Джейсон, как обстановка? Нормально? Нормалек, да? Все. Вот еще одна лампа Ильича. Так что такие дела.
Друзья, вот, вот оно наше жаркое. Так, посмотрим, картошечка. Вот она, картошечка. Это у нас картошка была красная. Все, готово. Можно, можно тихонечко снимать. Это красота, конечно. Да, все, здесь уже... Супер. Все, начинаем мы загружать. О! Посмотрим, что у нас получилось сегодня. О, мяско. Это мяско. Картошка мана. Картошка мана отдельненько. Ну, я смотрю, сколько влаги овощи наши отдали. Значит, в следующий раз не обязательно столько воды это. А что? У нас водичка хорошо. Бьячик. Бьячик. Красота. Красота. Бараненька. О, это все таки. Шуванжа, мама. Буди. Ну, ну, все для мамы. А, для мамы? Ничего для мамы. Вонжа, манжа. Ну, ну, отдельно можно, но... Там помог? Какой-то. Здесь мы сделали достаточно, здесь мяса много, и картошки, я думаю, хватит, все хватит. Дети, тем более, уже бургеры покушали. Так что... О, вот чесночок наш. Smells amazing. Да, здесь аромат, запах, друзья. Пахнет хорошо. Просто... Сейчас будем пробовать. Очень приятный. Все-таки будем мы сегодня наслаждаться. Баранка жаркое. Ну, мясо здесь очень даже. Картошечка. Уже, уже у нас 8:47. Поздновато, а, Петрушка? Ну ничего, мы на отдыхе. Нормально. Нормально будет все как следует. Все, я думаю, можно будет выключать, да? Можно будет выключать уже. Вот так вот, на вот таком маленьком я его, наверное, 1.5-2 часа. В таком медленном маленьком кипении. Снимаю, вот это у нас уже готовый продукт. Вот это наш жарко. Вот так вот выглядит. Вот так вот. Картошечка, мяско. По-простому, по-простому. Ну а что делать? Кому сейчас легко? Ладно, приятного нам аппетита, друзья. Вы, если тоже это будете готовить, конечно же, вам приятного аппетита. Ставьте лайки. Ставьте лайки, да. Подписывайтесь на канал. Вот, да. Дайте вилочку сюда. Делитесь этим видео. И всем всех благ, в общем. Женя. До новых встреч. Евгений.